В зону спецоперации из Химок за все время отправили более 300 тонн гуманитарной помощи. Бойцам на фронт передают продукты питания, медикаменты, одежду, средства личной гигиены и другие вещи первой необходимости. Вклад в одно общее дело вносят волонтеры, представители общественных организаций и все неравнодушные жители Химок. И это не только помощь, хочу обратить внимание, нашим бойцам на фронте. Это и поддержка жителей присоединившихся территорий, которые оказывались в сложных, порой там, тяжелых, невыносимых условиях для проживания. Поэтому химчане очень активно откликнулись на призывы. Сегодня в Химках около 450 семей участников СВО. С родственниками бойцов регулярно встречаются представители власти, депутаты. Как отметили на встрече, важно, чтобы этим людям также оказывали всестороннюю поддержку. Наш регион является лидером во внедрении этих новых мер поддержки. Всего 20 мер поддержки, абсолютное большинство из них у нас в Московской области реализуется. Меры поддержки и развитие системы комплексной реабилитации участников специальной военной операции на территории Московской области обсудили в Химках на семинаре-совещании. Всем нам нужно работать на нашу скорейшую победу. Это не просто лозунг, а действительно, на самом деле так, мы все ждем наших героев живыми и здоровыми домой. Ну, а те, кто ранен, либо получил травму, конечно, чтобы им помощь была качественно оказана. Такие семинары проходят каждый месяц среди участников депутаты Химок и представители органов местного самоуправления городских округов Московской области. Анастасия Кравцовская, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.